зрелищное, яркое и уверенное, и очень петербургское. Дорогие друзья, на сцене чемпион России 2019 года, футбольный клуб «Зенит» в полном составе. И, конечно, во главе с главным тренером Сергеем Богдановичем Симаком. Вам слово. Добрый вечер. Поздравляю всех с днем города. Спасибо большое за поддержку, за то, что вы празднуете вместе с нами, мы вместе с вами уже третью неделю празднуем наше чемпионство. Спасибо вам огромное. Я хочу подарить Александру Дмитриевичу мяч, которым Дрюси забил два мяча сегодня. Может, он принесет удачу и вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте еще раз поздравим «Зенит» с чемпионством. Артем, как вам посещаемость в этом сезоне на «Газпром-арене»? Потрясающая, фантастическая, космическая, нереальная. Бусурманы сейчас отойдут. Что я могу сказать? Иншаллах. Как я узнал? Да, невозможно. Иншаллах. Как я понял? Да. Артем, как вам посещаемость на «Газпром-арене» в этом сезоне? Потрясающая, фантастическая, космическая. Я узнал, что тут более 1 300 000 людей посетило, по-моему, в общем, да? То есть я считаю, что это вообще очень круто, потому что мы лучшие в России и в Европе, одни из лучших, да, я так понимаю? Так что спасибо огромное болельщики вам, спасибо всем неравнодушным к футболу людям, потому что без вас не было бы этого праздника, этого концерта, потому что мы играем для вас. И когда такой, когда полные стадионы, это нас очень мотивирует, несет вперед, поэтому вам огромное всем спасибо. И в следующем году надо еще больше приходить и болеть. Так что будет Лига чемпионов, будет, надеюсь, крутой сезон, как этот. Всем удачи, хорошо повеселиться. Yeah.
Поднимите знамя, если наш ветер с нами, ветер, ветер, ветер.
нами дождь, не с нами ветер. Император, дядя Петя, Александр, тетя. Давай. Шампанский. Партиочек, колхозник. Оле, оле, оле. Да, мы выйдем все. С кубком выходим. Ой, а можно? Тихо, как Самич просит фотографировать. С кубком, да конечно. Ну давай вместе встанем. Ну кто-то встанет. Куда смотреть-то? Да прям на него смотреть. Ну что, здорово, теперь навечно у нас, да? Да, будем стараться еще. Спасибо. Ну что, мы идем? Жан, где вы стараемся, Жан? Передать. Можно? Пацаны, становимся равномерно. Спасибо тебе большое. Еще раз, нагрев стоял и погнали. Нет? Майдан? Да, да, обязательно. На память остались. Спасибо. Привет! Я хотел поблагодарить всех присутствующих, несмотря на погоду, несмотря, может быть, на время позднее, но тем не менее, мы здесь Шостаковича, но это говорило о том, что город живет. И несмотря на то, что он несет херновый нефть. Сергей Богданович, вам слово. Добрый вечер. Поздравляю всех с днем города. Спасибо большое за поддержку, за то, что вы празднуете вместе с нами, мы вместе с вами уже в третью неделю празднуем наше чемпионство. Спасибо вам огромное. Я хочу подарить Александру Дмитриевичу мяч, который трюсит за эту два мяча сегодня, может быть, принесет удачу к вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Давайте еще раз поздравим Зенит с чемпионством. Держи крепко. Все, все, вошла в историю. Да, еще можно с вами? Да, конечно, давай мы с тобой сфотографируемся. Держи, ты понял, ну, придешь, покажешь. Вика, я тоже хотел с вами с кубком сфотографироваться. С тобой, спасибо. Как будто кубок у меня. Да, в кармане. Спасибо.